съездить в Барнаул. Зачем? Да. Что вы должны были сделать в Барнауле? Они сказали, если что, вот это кольцо, надо ты ему. Что за кольцо? Ну там они, наверное, наркотика. Нет, что за кольцо? Какое кольцо вы имеете в виду? Ну, машина там. Колесо вы имеете в виду? Колесо. Колесо от машины, да? Да, колесо от машины. То есть вы должны были приехать в Барнаул и должны были получить колесо от машины. Да, да. Что в колесе должно находиться было? Это наркотика. Человек, ваш знакомый, попросил вас выступить в качестве посредника при сделке с наркотическими средствами, правильно? Да. Он вам пообещал за это какие-либо деньги? Ну, он сказал, тебе поблагодарим, хорошо тебе это заплатим, так сказать. Он сумму вам не назвал? Нет, вообще не назвал сумму. Сумму вам не назвал. То есть, по сути, вы понимали о том, что вы едете за наркотиком, за наркотическим средством, да? Сначала они потом мне как это, я 3-4 раза отказал, он говорит, пожалуйста, он мне тоже положение. То есть он вас уговорил, да? Он вас уговорил принять участие в данной наркосделке, да? Да, да, да.